самое обидное, что мы не можем выиграть сами у себя. То есть очень много вещей, которые играют просто моменты. Наверное, это больше всего расстраивает от этих игр. Не хотел выиграть партию одну. Наверное, все просто. В таких играх тут сейчас очки, две партии. Надо выигрывать три партии. И поэтому кто меньше ошибся, кто все упирается в наши... В наше исполнение техническое, где-то тактические ошибки. Сегодня, конечно, получше, наверное, хорошо было. Но это, опять же, на первый взгляд, надо посмотреть. Сейчас будем смотреть, тоже анализировать. Боролись девчонки, молодцы. К ним как претензий нету, но счет не в нашу пользу. Очень трудный матч для нас. Хорошо, что выиграли. Я думаю, зрителям понравилось. Вначале нам было не тяжело, мы имели преимущество. Мы немножечко потеряли нить игры. Где-то недооценка, расслабленность, еще что-то, я не знаю что. Но упустить там 4-5 мячей преимущества не имели права просто-напросто. Пока держимся, я думаю, что у нас получается, что там у нас 4 дня до игры, да? Это реально очень тяжело, 10 партий и... Эмоциональные, физические и все равно напряжение, но и вы сами видели эти игры. Мы в сезоне провели хорошую физподготовку, то есть все равно как бы было ощущение, что ты можешь играть. Просто расстраивают поражения, которые выматывают тебя эмоционально, когда ты не можешь выиграть чуть-чуть. И когда есть возможность, а ты не можешь забрать эти мячи. И поэтому это больше, ну, как выводит из себя, забирает силы и уверенность. Думали, что мы не задимся, потому что понимали, что... Конечно, никому не хочется растягивать серию, и хочется получить медали, поэтому боролись до последнего, не сдавались, и от этого, в принципе, и результат. В принципе, да, наверное, в третий, в четвертый могли бороться и догонять где-то. Ну, в четвертый выигрывали, надо было держать свое преимущество, тогда было бы все хорошо. Сезона у всех были потери, то есть тоже у Локомотива, у Москвы у них травмировалась вторая легионерка, и тоже у них были ротации в зависимости от трех связок, то есть да, у нас получилась такая ситуация прям в момент плей-оффа, поэтому не получилось ротации правильной. Лукьянова сегодня неплохо зашла, будем надеяться, что она будет прогрессировать. Попова Лиза провела полноценный матч. Ну и опять же, стабильность. Не хватает молодым игрокам. Где-то Саманты нам не хватает. Надо выходить и играть теми, кто биться и добывать результат. Ну, Лукьянова играет более высокую передачу, чем Саманта. Саманта все равно более скоростной игрок. Но сегодня Лукьянова разыгралась. И не знаю, какой у нее процент в атаке, но мне кажется, хороший. Да. Разноплавный Фабрис и Лиза Лукьянова игроки, но тут будем уже, надо перестраиваться. Это, конечно, хорошо, то, что разноплановые игроки, но сыгранность нужна опять. Она приехала по ходу сезона, и поэтому надо нивелировать эти все сложности за счет характера. Где-то в защите сегодня неплохо отработали, на блоке где-то цепляли, в атаке. Но, опять же, надо посмотреть по цифрам, будем разбираться. Хорошая команда и у нас, и у Казани. Поэтому, я думаю, это мы две команды в одинаковом состоянии. Я думаю, что обидно просто всем упустить этот финал.